Особый гость – отец Распутин. Я приехал в Россию в надежде попасть на высочайшую аудиенцию. Поможешь мне в этом вопросе? Я принимаю решение только на полный желудок или пустые яички. Вот ведь удача, уже накрывают на стол. Все огромные катастрофы начинаются с малого. Планете нужна тайная организация над всякой политикой и бюрократией, присущей подобным правительственным ведомствам. Добро пожаловать в клуб. Кингсман. Лучшее ателье на свете. Находчиво. Начнем танц! Джентльменство! С каким наслаждением я тебя убью? Что я пропустил? Ну что, Торонто, готов вернуться к работе? Нам нужно выудить кое-какую информацию. Встречаемся на конспиративной квартире в 19:00. Ты рано. Если пришел вовремя, значит опоздал. Разве не так? Давай за мной. Устроишь мне экскурсию? Там что, игровая комната? В темном жилье полно сюрпризов. О, черт! Нет! Кто это? Это человек из Торонто. Подожди, что? Я человек из Торонто? И он здесь, чтобы пытать тебя. Как во имя всего святого вы там оказались? Они хотели, чтобы я был тем, кого вы ищете. Я не он, но мне пришлось вести себя так, как будто я им был. Ты этого хочешь? Нет. Они хотели, чтобы я его пытал. Сейчас я тебе пасть порву и моргало выколю. Что это? ФБР! Что я такого сделал? Наш единственный шанс найти человека из Торонто – это продолжать вам играть человека из Торонто. Человека, о котором вы говорите, он же настоящий психопат. Убивает людей, режет их почем зря. Приветик. Я человек из Торонто. Возражаю. Нет, я человек из Торонто. Сам напросился. Мои клиенты думают, что ты — это я. Так что ты выполнишь задание, или я с тобой такое сделаю? Сорян, не надо меня убивать. Никогда ко мне не прикасайся. Ты справишься. Мне страшно. Соберись. Поразмахивай ножами. Кто тут должен расколоться? Мой глаз. Я ничего не вижу. Просто проглоти. О, боже. Ты настоящая катастрофа. Клиенты хотят, чтобы вы оба были мертвы. Мы справимся. Последние пару дней были не особо-то хороши. Но каким-то образом тебе удалось вдохновить меня. Но я больше не хочу быть тобой. Еще разочек. Ты выстрелил мне в задницу! А нечего маячить у меня на пути. Человек из Торонто. Озвучено для канала в рейтинге. Кто круче, вы или папа? Полегче. Давай, вперед. Вы правда спасли папе жизнь? Да. Мы прикрывали друг друга. Как братья? Да. Как братья. Джеймс. Дело плохо. Вы уйдете в почетную отставку, но с лишением пенсии и медстраховки. Мы служили верой и правдой, а они нас просто поимели и выбросили. Хотела бы уточнить по поводу погашения задолженности по кредиту. Сообщение удалено. Что ты делал в армии? Грубую работу. У нас все чуть деликатнее. Мы действуем под глубоким прикрытием и напрямую подчиняемся президенту. Хорошие деньги. Заплатишь за дом. Никакого риска. Ты врешь, я знаю. Детка, я должен обеспечивать семью. Что скажешь? Согласен? Да. Салим Мухаммед Муса.
изучает влияние патогенных вирусов на людей. Все мы знаем, на что способен мотивированный радикал. Возьмем его и вернемся домой к родным. Вы не понимаете, что творите. Я пытаюсь спасти жизнь. Все дело в деньгах. Что будем делать? Тебя ждет BMW X1. Садись внутрь. Не сяду, пока не скажешь, на кого работаешь. Ты работаешь на меня. Доверься мне. Я пытаюсь тебе помочь. Мы работаем на президента или корпорацию? Садись в тачку. Нам поручают самую грязную работу. Устранить цель, а потом друг друга. Убить легко, намного сложнее выжить. Я должен вернуться домой. Даже не мечтай. Он будет преследовать тебя до самого конца. Я вернусь домой. Прости, брат. Прости, что втянул тебя в это дело. Я просто хотел, чтобы все стало как раньше. Это Уилл, мой брат. Мне нужна помощь. Моей жене требуется операция. Все очень серьезно. Ты рисковал жизнью ради страны. Разве это справедливо? Сколько тебе нужно? 200 с лишним. Хочешь больше? 32 миллиона. Но ты с нами в деле. Я лишь хотел взять в долг. Я хоть раз тебя подводил? Сделай это ради своей семьи. Чем могу помочь, сэр? У нас инкассация. Всего 20 минут. А мне очень быстро, поверьте. Грабить банк я не собираюсь. Да уж, пожалуйста, а то я останусь без работы. Спасибо. Ладно, хорошо. Заходите. Окей. Пора валить, Ди. Сегодня вам будет что рассказать семье за ужином! Берегитесь! Бежим! Не попади в копа! Давай, давай, давай! Перекрыть все. Никого не выпускать. All the leaves are brown. Выход! Что вам нужно? Машина! Здесь раненый коп, его надо доставить в больницу. Тебе придется помочь нам, ясно? Еще и заложники. Скорую не таранить. Внутри раненый полицейский. Умеете оказывать первую помощь? Военный триаж. Были солдатом? Да. Мы вам жизнь спасаем! Раз, два, черт! Нет! Калифорния! Шагу больше! С пушкой, значит, крутой. Дэнни, не надо! Я должен вернуться к жене и сыну. Они в курсе, что ты банк грабишь? Мы вовсе не плохие парни. Мы лишь пытаемся вернуться домой живыми. Мы не сможем счастливо уйти в закат! Дэнни, все уже поняли, насколько ты опасен. Правда? Уберите отсюда вертушки, живо! Я верну тебя домой, братишка. Мы все вернемся домой. Скорая. Я плохой человек. Был таким всю жизнь. Похоже, трех людей убили из одного оружия. Что это? Лежали на полу. У вашего стрелка крыша едет. Я могу вам помочь? Какой номер комнаты? Он на ключе. За следующий контракт мы заплатим 10 миллионов. Нет. Отмени контракт. Я не беру заказы на детей. Слушай меня внимательно.
Девочку никто не тронет. Отвечаешь за нее жизнью. Летнюю девочку перевезли в приют. Где я вчера был? Здесь. Что-то не так? Уверена. Наши думают, что это внутренние разборки между профи. Полиция, Винсент Сара. Я не могу все делать за вас. Кто это? Вы слишком медлительны, они должны заплатить за то, что творят с детьми, а вы ни хрена не делаете. Он охотится на преступников, которые ушли от нас. Он мешает международному расследованию. Ты уверял, что это не станет проблемой. Я делал страшные вещи. Почему бы нам просто не поговорить? Я знаю, ты болен. Поздно говорить. Если я умру, ты никогда не узнаешь правду. Руки вверх! Хотелось бы верить, что ты хороший человек, Винсент. Если я не смогу закончить начатое, закончи ты. Они должны заплатить. На чьей стороне ты на самом деле? На стороне правосудия. Все мы когда-нибудь умрем. Важно то, что успеем сделать до этого. Флэшбэк. В Лос-Анджелесе сегодня будет жарко. Какой план на сегодня? Как и всегда. Что вы делаете в моей комнате? Охота на вампиров. Бабки. Охота на вампиров – это бизнес. Режешь глотки, обналичиваешь чеки. Все изменилось с тех пор, как тебя выгнали из Союза. Если не найду десятку, жена с дочерью переедут во Флориду. Привет, пап! Опоздал. Опять. А такие деньги мне может дать только Союз. В твоем досье туча инцидентов. Перед тобой новый бат. Последний шанс. Последнее предупреждение. По коням. О, нет! Бат, помоги! Меня пытались убить вампиры, а теперь я обоссал свой любимый костюм. Эй, слушай, все ссались в первый раз. Реально? Да, да. Ты тоже? Нет, я не ссался. Но вот ты, слушай, ты обоссался. Что я вижу в вампирах? Большой знак доллара. Эй, не надо тут блевать. Я проглотил. К бою готов. Вампиры живут среди нас. И они всего лишь убийцы. Это тебе не затмение, новолуние, рассвет, часть 1. Тут все иначе, ясно? Откуда ты знаешь название всех сумерек? Чего? И почему тебе не зашла вторая часть? Захватывающее завершение киносаги. С вами дневная смена, мать вашу. Ни разу не подводила. Статуэтки вырезал. Хобби такое, вырезаю статуэтки Иисуса. Маленькие. С корешами сидел. Изучали интегралы, все такое. На рыбалке. С кем? С коллегой. С которым? С моим коллегой. А свидетели есть? Бог мой свидетель. Я не вхожу ни в какую банду. У тебя майка Фуриозы. Это не моя майка. Кашуб Золотой. Твои старые друзья. Тот факт, что ты с ними росла, для тебя не проблема? Пропала на 10 лет. И тут появилась. С дыркой в голове. Твоему брату грозит 20 лет. Организация преступной группы, нелегальные бои, нападения на сотрудника полиции и порча имущества.
То есть работа в клубе — это преступление? Открывай! А что, ты книгу пишешь? Они мои друзья. Они тебя бросили. А ты? Я видел, как ты на нее смотришь. Но она легавая. Понимаешь? Давид? И нам тут нечего терять! Мы сводите в историю! Остальные вынуждены ждать! Фуя! Фуя! Ура! Фуя! Фуя! Ура! Всех нас упокоит, включая тебя. Гангстеры всегда кончают одинаково. Стреляешь ты, потом стреляют в тебя. Будем бить! Нас вали! Будем бить! Прости, что впутала тебя. Я впервые в жизни живу по-настоящему. Есть проблемы с наркотиками? Нету. Звонок, и они у меня. Ввиду чрезвычайной ситуации в аэропорту, просим всех пассажиров его покинуть. Сэр Дунк, что это было? Самая маленькая в истории ядерная бомба. Дэви Крокет. Пун Шинг Фунг. Ты подозреваешь в организации этого взрыва? Сдайся полиции. Я к этому не причастен. Ты же мой товарищ. Пути назад у нас нет. Продюсер Энди Лау. Режиссер Херман Яу. Все решили, что бомбу подложил ты. Только я знаю, что ты хотел ее обезвредить. Сдайся полиции, или я тебя арестую. Скажи, ты не бросишь это задание? Один выбор. Я ничего не помню. Я не помню, кто они. Меняет. Но мне все равно хреново. Судьбу целого города. Ты сказал ему найти террористов? Но он ничего не помнит. Даже то, что он коп. Да что с вами не так? Давай уходи. Нет, мы уйдем вместе. Ударная волна. Битва за Гонконг. Слышали о программе Сьерра? Эти ваши загадочные сорвиголовы, которых официально не существует. Серый человек. Ллойд. Опять срочно найти и уничтожить. Парень заметный. Похоже, будет весело. Ты ранен? Эго слегка уязвили. У меня есть то, что им нужно. Что думаешь? Следующие похороны мои. Хочешь мясо? Бери топор. Ты, видимо, Ллойд. Как догадался? По усикам. У всех Ллойдов такие. Смело. Я такую цену за твоего пацана назначу, что его сдадут с потрохами даже самые верные друзья. Каждый элитный наемник отсюда до Рейкьявика сочтет за честь прикончить одиозного шестого Сьерры. Я его достану. Это мы еще посмотрим. Серый человек. Озвучено для канала в рейтинге. Эй, парень, а ты не слишком молод для бармена? А вы не староваты для выпускного? Из всех ценностей ты выбрал карту. Никто так и не нашел сокровища. Там миллиардов на пять. Это всего лишь легенда. Позволь не согласиться. Пятьсот лет назад мои предки нашли величайшие из сокровищ. Но их предали. Люди продолжили искать, но тщетно.
Одновременно поверните ключи по часовой стрелке. Ну, спасибо, чуть не проткнули меня. По часовой, Салли? А что, шансы были равны, пришлось гадать. Ну, класс. На золото это далеко не все. Там было нечто куда более ценное. У этого креста трагическая история. Столько крови. Он убить меня пригрозил. А сейчас будет больно! Не попадись. Ты собирался бросить меня там? Кто-то должен был забрать крест. Твой брат считал, что последний фрагмент существует. Ты был знаком с Сэмом? Ты сам не знаешь, с кем связался. О чем еще ты умолчал? Победителю награда. Как они вытащат их отсюда? Не значится. Эй, пушки на пол, парни. Что за хрень у тебя на лице? Зрелость не с горами, малыш, у тебя тоже вырастут. Давайте разберем боевой инцидент. Группа была подвергнута обстрелу с земли. Один из самолетов получил серьезные повреждения. Вопреки предписанным правилам, пилот отказался катапультироваться. Скажите, насколько это было рисково? Ибраев, ты хороший летчик. Но ты никак не можешь понять главного. Опасность-то кроется в тебе самом. А хотите, я вам город покажу? А я сама экскурсовод. Что ты задумал? Чего там виражи выписываешь? Неуставные отношения разводишь? Ты про меня хотя бы подумай, у нас с тобой на двоих одна фамилия. Долетался мой авиатор. Меня из отряда отчислили. Ты военный. Тебя по результату будут судить. Давай быстрее взрослей. Отец был жив, он бы сделал бы точно так же. Прибыл в Сирию в качестве командира боевой группы. В данный момент нахожусь в плену. Это отколовшийся от ИГИЛ ячейки, которые хотят сами зарабатывать. Просит 300 зелени. Я помогу собрать деньги. Боюсь, не успеем мы. Не таскай ребенка на свою войну. Ты что, не понимаешь, что он еще маленький? Полетишь, настоящий Сталинград увидишь. Ну давай, грузись. Так, 10 минут, ты готов. Че, первый раз в Сирии? Взятый под прицел он, умирал, но пел он. Обводили мелом люди его тело. Ранены в сердце на вылет, врачи диагностировали перелом крыльев. Его глаза уставшие от пыли, скрывали темные очки поверх сухожилий. Минуты застыли в морщинах, освобожденный Джанго, Тарантино. Длинные паузы, выстрелы в спину, стрелы Святого Валентина. Что это? Здесь только 150. Я не могу так просто уйти. Почему? Потому что русские своих не бросают. Ты кто такой?
рукой, твою мать. Я должен вытащить их из этого ада. Спасибо, что вернулся за мной. Спасибо, скажешь, когда выберемся отсюда. Уходить надо! Я сказал выполнять! Ты на всю голову чокнутый, Джон. Я знаю, моя жена постоянно мне об этом говорит. У нас новый ученик. Его зовут Пэ Сок Чан. Привет, Усой. Помнишь меня? Прошу, хватит. Встреча, изменившая все. Прошу, помоги. Я хочу быть сильным, как ты. Зачем? Я просто хочу спокойно жить. Если акулы перестают плыть, они тонут и умирают. Они всегда в движении. Я не хочу больше убегать! Доведем дело до конца. Борись! Разве не это главное? Иначе умрешь. Когда ты выйдешь, я устрою тебе настоящий ад. Продолжай двигаться. Акула. Начало. Знаешь, у нас есть такое выражение, что когда сапер погибает, его душа не успевает улететь. Ты идешь на охоту. Тело слишком быстро разрывает на атомы. Секунд. Кто ты? Ну, а кем вы работаете? Присмотри за девочкой. Запомни, если с ней хоть что-то случится, тебе конец. Где девочка? Юнджи, ты знаешь, где она? Мне нужна твоя помощь. Помощь? Это был ты? Ты заказал Юнджи? Не теряй надежду. Может, я тебя пощажу. Зачем остался здесь? Встаешь рано, работаешь в поле, в дождь и в зной. Знаешь, бывает и хуже. Отец хороший человек. Я не он. Хватит переживать. Я видел, что лежит за шкафом. Я совершал то, о чем сожалею.
Поеду поищу всадника. Он живой? Пока жив. Что там случилось? Была перестрелка? Оставайся здесь и следи за ним. Кто ты такой? Папа нашел тебя. Так позови его. Где сумка и пистолет? Я не знаю, о чем вы говорите. Ты не понимаешь, во что ввязываешься. Забавно, я хотел сказать то же самое. Садий. Должно быть трое! Я шериф Санкетчем. Мы разыскиваем сбежавшего преступника. Опасного. Они не копы, а грабители банков. Твоя фамилия Маккарти? Верно. А имя? Генри. Не знаю, почему тебя не застрелили. Мне в голову пришла идея. Старый Генри не так прост, как кажется. Этот жалкий старый фермер? Он держит свой пистолет, как не держал еще ни один фермер. Слушай меня. То, что случится, очень быстро закончится. Ты что-то слишком смел для фермера. Ты не представляешь, кого ты сейчас пытаешься разбудить. Считай, что я предупрежден. Где твоя родина? В любом уголке земли, кроме этого. Кто же ты, пап? Старый Генри. Чемпион из Ташкента. У нас соревнования на первенство Динамо. Где Попенчик? Попенчика у нас боксом заниматься отказался. Кусикианс Григорий Филиппович. Тренер по боксу. Надеюсь, что какая-нибудь твоя задница перелетит через все эти барьеры в одном прыжке, и ты сразу прославишься, что ли? Я прославляться не собираюсь. Будешь тренироваться со мной, равных тебе не будет, это я тебе обещаю. Я себя сделаю чемпиона. Как вы допустили, что его пригрели в «Динамо»? Мы не можем допустить, чтобы такие люди представляли нашу страну за рубежом. Я всем расскажу, что наши проиграли, потому что вы Попенченко из списка вычеркнули. Кто во всем мире не хочет видеть нашу страну сильной и могучей? Проиграя на ринге, буду думать, что нас можно бить на поле боя. Нам дали шанс. Превратить свои минусы в свое преимущество. Ты станешь великим. Привет. У меня ствол. Эй, это тихий вагон. Здесь нужно говорить шепотом, сынок. Пистолет. Говори. Я готов. Вы получите нового, улучшенного меня. Потому что если несешь в мир добро, получаешь добро в ответ. Кажется, ты забыл, чем зарабатываешь на жизнь. Бери ствол. Каждый раз кто-то умирает. Мне это больше не по душе. Некоторые конфликты решаются только оружием. Ой, тут так круто. Ладно, что я должен стащить или забрать? Чемодан, ты же хотел что-то попроще в качестве первой работы? Проще не бывает. Ты пырнул меня? Я разрушу твою жизнь, как ты разрушил мою! Чувак, я тебя даже не знаю! Эта работа ни хрена не простая. Там что-то происходит. Да, я не единственный на этом поезде, кто ищет этот кейс.
Лимон, где чемодан? Я его спрятал. Он был здесь. Мы идем по графику. Все, что когда-либо происходило с тобой... Будет больно, тварь! Привело тебя сюда. Судьба. Это хреновая сделка. Быстрее пули. О, нет, спасибо. Слушайте, у вас есть что-нибудь с газом? То, что надо, спасибо. Думаю, аригато. Точно не хочешь договориться? Не особо, нет. А, ладно. От создателей фильма «Солнцепёк» Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Алексей Нагин героически погиб 20 сентября 2022 года при защите интересов России. Вескер, Вивальди, я полигон. Работаем. Полигон, я Вескер, да. Начинаю, я Вивальди. Огонь! Сейчас излагомет начнется, скажу во втором. Везде, буран! Срочно, никто не будет плакать ноги! Возможно, снайпер! У нас плотный огонь. Гасит это ГС. Ниже подойти не могу. Угас! Гаси! Получайте, твари! У нас есть контракт. Контракт с компанией. Контракт с родиной. С совестью. Необходима минометная поддержка с беспилотником и самыми пиздатыми корректировщиками! И мы будем исполнять его до конца. Живыми или мертвыми. Стан! Полигон, есть пролом в здании. Будем пробовать заходить. Обходят! Не попали, сука, не попали! Ты чего? Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими. Прилеты 120-х! Много 200! Давай! Огонь! Получи, тварь! Цель поражена. Лучшие в аду. Ваш инструктор один из лучших пилотов, кто проходил эту программу. О его подвигах слагают легенды. От того, чему вы научитесь, зависит, будете вы жить или умрете. Твоя репутация тебя опережает. Должен признать, я не ожидал приглашения вернуться. Это называется приказ, Маверик. Ха-ха-ха!
Первое упражнение — воздушная схватка. Двое против одного? Смешно.